Это вы, да, забыли? Да, держите. А вы мне можете 2-3 евро заплатить? Я сейчас посмотрю, сколько. Я просто отменил заказ. О, блядь. О, у меня все, что есть. Вот, держи. Хорошо, ничего страшного. 5 звездочек не забудьте поставить. Как? 5 звездочек не забудьте поставить. Обязательно. Удачи. В общем, хотел поговорить с вами, вот, как раз совпала ситуация, уже третий телефон за второй день у меня забывают, и я хотел вот вас спросить, у меня много раз телефоны забывали в машине, множество, то есть я вообще не помню сколько раз, ну, наверное, раз 30 забывали где-то за все время, или 40, и все время, когда клиент ко мне звонит, то приезжаю к нему, даю и деньги, я у них, в принципе, вот это единственный первый раз я попросил, потому что, ну, надоело мне бесплатно отвозить такие вещи. Дал мне 1 евро, там евро 20 каких-то, ну, неважно. В общем, как принято в Литве? Вот напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Я обычно это привожу бесплатно. Как бы, ну, просто когда ты это делаешь бесплатно, там 20 раз, 30 раз, и люди даже тебе не платят деньги за то, что ты им привозишь, тратишь время, топливо и такое. Вот, например, последний телефон у меня был предел, как бы, ну, моего, скажем так, терпения, что ли. Я просто вчера забыл телефон и сказал, что, смотрите, есть два варианта. Или вы мне оплачиваете проезд по стоимости такси. Я находился вчера за автовокзалом, а нужно было везти туда за не пошло чай, сейчас скажу, за Пилайта нужно было туда же в частный сектор везти. Я сказал 7 евро или же приезжайте, сами забирайте. В общем, люди сказали, мы сами приедем, заберем вечером, уже после рабочего дня. Я свое время, то есть ходил, им выносил, ну тоже тратил время. Потом забыли шапку с рукавичками, там вы тоже сказал, что смотрите, или подъезжайте, или же это стоимость оплаты. Ну, в общем, тоже шапку забрали у меня, сам подъехал парень, кстати, по-русски не говорил, я с ним по-английски договаривался. И вот сейчас парень забыл телефон, я говорю, можете хотя бы заплатить там 2-3 евро, потому что я действительно ехал в другую сторону, аж отменил заказ, понизился рейтинг. Я просто знаю, что такое без телефона. Как бы я ставлю себя на место человека, что здесь забыл телефон, но я не знаю, я бы заплатил бы, вот если честно, я заплатил бы, ну, минимум 5 евро человеку за то, что он принес мне дорогую мою вещь. Во-первых, она дорогая, как самотехника. Ну, я не собираюсь ничего не воровать там, оно мне не надо, в общем. Мне проще бесплатно отвезти и просто поставить галочку. Доброе дело выполнено. Как вы платите деньги, если забыли, или нет? Потому что я считаю, что человек должен сам заплатить, даже у него не нужно говорить, там, заплатите мне за подачу, за время, он должен сам понимать, что нужно заплатить. А еще один интересный случай был у меня. Это было на Пасху в прошлом году, когда был карантин. Люди забыли барсетку. Я уже пришел домой, лег, сплю. Я как раз в этот день работал до 2 или до 3 часов ночи. И мне звонят. И я такой, думаю, блин, кто это? Звонят и говорят, мы забыли. Ну, по-литовски начали говорить. Перешли на английский, мы забыли у вас барсетку, там, или сумку, бэкс, по-моему, он сказал. Можете к нам привезти ее? Я говорю, блин, I'm now sleep, я типа уже сплю сейчас. Мы заплатим вам 50 евро, если вы сейчас срочно придете. Я говорю, ну 50 так 50. Стадион так стадион. Хорошо. Блин, пошел я среди сна к машине, а
открываю машину, смотрю, я обычно никогда не смотрю на заднее сиденье. Смотрю, да, действительно забыли какую-то сумочку у меня. В общем, я к ним приехал, они мне 50 евро не заплатили, они мне заплатили 30. Ну, 30 тоже хорошее время, я потратил на них полчаса времени, принес им, привез им вещи, их... В общем, это самое большее, то, что мне заплатили, то, что я привозил вещи. А так обычно люди не платят. Они считают, что если они забыли вещь, я им должен привезти. Это ошибочное мнение. Я не должен этого делать. Тут есть два варианта. Или же человек просто сам говорит, я вам заплачу, ну и должен обозначить какую-то сумму, ну, хотя бы сопоставимая эта сумма должна быть с подачей точки машины моей к человеку. Или же спросить цену, но... Это неправильно, когда люди считают, что вещи нужно, водитель такси должен бесплатно им привезти. Это все равно, что считать, что водитель такси подъехал, и он просто вас бесплатно везет. Нет, это я просто хочу внести некие корректировки и понимание для людей. Ну, в общем... На этом рассказ свой закончу. Подписывайтесь на канал, кто не подписался. Ставьте лайки и обязательно напишите комментарий, что вы думаете по поводу того, когда человек забывает свои вещи в машине.